Привет, ребята, опять меня по-прежнему зовут Дарья, в руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. Совсем недавно я решила сделать модернизацию на канале и добавила новые плейлисты, если что, посмотреть. Я поняла, что у нас давно не было разборов на Алену Швец, на нашу любимую цветочную подружку. Поэтому сегодня у нас песня «Алена Швец. Не любовь». Ах да, забыла сказать, что у нас даже будет вступление в этой песне, целых 6 нот по табам. Если ты не знаешь, что такое табы, то вот есть сейчас ссылочка на видео, я там все подробно описываю. Посмотри это и потом возвращайся. Ну а пока бери инструмент в руки и погнали учиться. Чувство холоднее, чем погода в России. Решил выстрелить первым, теперь по снегу неси меня. Мои руки холоднее, чем погода в России. Твои чувства холоднее, чем погода в России. У нас было не любовь, это было насилие. Твои чувства холоднее, чем погода в России. Разбор на укулеле. Песня супер простая, строится на 4 аккордах, которые постоянно повторяются, и один и тот же бой. Но также тут есть вступление, которое можешь сыграть, как вы увидели, табами и боем одновременно, но обо всем по порядку. Разберем сначала аккорды. Первый аккорд — аккорд АМ. Мы ставим 4-ю струну на 2-й лад. Далее у нас аккорд С. Мы ставим 1-ю струну на 3-й лад. 3-й аккорд у нас аккорд ЕМ. Мы зажимаем 1-ю струну на 2-м ладу, потом 2-ю струну на 3-м ладу и 3-ю струну на 4-м ладу. И последний аккорд, аккорд G. Мы зажимаем 3-ю и 1-ю струну на 2-м ладу и 2-ю струну на 3-м ладу. Теперь это все соединим. АМ, С, Е, М, G. Теперь время боя. Бой. Опять самый распространенный. Бой шестерка. По-другому вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз. Еще раз. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз. Данный бой мы играем на один аккорд. И получается... Песню. Разбор на укулеле. Теперь, что касается вступления, которое мы играли по табам. Всего 8 нот, представляете? Мы играем, как и видит сейчас табулатура, 0 на 1-й струне, то есть открытая струна, 2-я. Потом мы зажимаем 2-ю струну на 3-м ладу. Потом снова открытая 2-я струна. Соединяем. Далее мы играем 1-ю струну на 2-м ладу, затем 2-я открытая, и еще раз. Теперь все соединим. Сейчас у вас может возникнуть вопрос, типа, Дарь, и что мне с этим делать? Все очень просто. Если вы играете вдвоем, допустим, в две укулеле, то одна партия у вас играет вот эти аккорды с этим стандартным боем, да? А вторая как раз играет эти 8 нот. Другой вопрос, как же это распределить-то? У меня аккордов 4, а 8-то, собственно, нот. Мы это все поделим, то есть 2 ноты на каждый аккорд. Давайте сейчас я вам спою, что примерно у вас должно получиться. Я типа пела вот это. И все вместе у вас получится следующим образом.
вся песня. Вот все на сегодня. Если тебе понравился этот разбор, то можешь поставить свой лайк, подписаться на канал, нам с Пепой будет очень сильно приятно. Также не забудь скинуть этот разбор своей любимой подружке, которая слушает Алену Швец. Не забывай писать в комментариях, какую следующую песню и мелодию мне разобрать. Но меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока.